31 день до осени. Узнаем у красноярцев, что нужно успеть сделать в последний месяц лета. Съездить на рыбалку, на природу, отдохнуть, набраться сил, подышать свежим воздухом, сварить уху. Конечно, как без пожарить шашлыки. Ну, начать новые отношения, если их нет. Ну и, соответственно, быть классным. Надо хорошенько отдохнуть и вообще офигенно отдохнуть. И прогуляться везде, куда сможешь. На другую страну уехать, в Турцию, например, как я ездила. Наладить все дороги, чтобы не было у нас пробок, все, чтобы остановки встали на свои места, ну, огороды само собой, естественно, чтобы все выросло, чтобы и отдохнуть самое главное успеть. Можно что-нибудь такое, что ты никогда не делал, не решался сделать, какое-то такое экстремальное, как спрыгнуть с парашюта. Планируем поехать за город, и я очень люблю смотреть на звезды, кстати. Наверное, подумать об осени. Подготовиться к осени. Столько влюбиться. Съездить на дачу, собрать ягоды, помочь родителям окучить картошку. Ну, перепробовать весь кофе в Красноярске, уехать за границу, перепробовать кофе там. Нужно, во-первых, поступить в университет тем, кто учится. И хотя бы день не поработать.